Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался в лес по вашим просьбам позрывать игрушек. Смотрите, взял вот такую мощную. В прошлой серии была очень мощная игрушка, поэтому сегодня тоже будет не менее мощная. Смотрите, тяжелая, пластмассовая. Думаю, трудно будет ее разорвать. Что ж, вот такая игрушка у меня есть. Давайте, короче, позрываем. Смотрите, какие петарды взял на сегодня. Во. Чтобы было интересно. Так, давайте начнем с вот таких штук. Или не, давайте с пояса шахида начнем. Сделаем пояс. Так, где будем взрывать? Давайте вот здесь, чтобы далеко не отходить. Так, эту коробку с петардами я прикрою, чтобы случайно не попало. В принципе, можно вот здесь. Во. Ставим. Так, берем ленту. Вот такая лента Анка-пулеметчица, двухметровая. Взрываться будет классно. Так. Что ж, давайте приматывать. Вот так в разные стороны намотаем. И будет круто. Ох, оно, короче, и вспыхнет сейчас. Это будет просто огнево, ребят. Так, давайте, наверное, что ли, местечко подготовим. Так, заберем вот этот мох. Во, будет очень хорошо все видно, чтобы хорошо снять вам. Так, во, сделали вот такой пояс. Ну что, погнали. Вот это да! Вот это его накоптило здесь. Смотрите. Черное, ребят, все. Смотрите, только земля светлая осталась, все черное. Так, ну что, давайте дальше придумаем, чем бы его позревать. Вот эту игрушечку. Так, давайте. Есть дымовые шарики. Можно затестить. Так, куда бы их поставить? Давайте просто вот так рядышком. Пусть дымит. Так. Что-то зеленый не захотел. Вот так вот. Так бы сразу. Так. Давайте дальше. Внедрим туда крекенболы, чтобы его поджигали. А давайте как-то внутрь. Вот так. Попробую два поджечь только, остальные пусть сработают. Или давайте один. Есть. Уже хорошо. Смотрите. Так. Что еще есть? Есть вот такие вот штуки. Классные. Давайте их затестим. Тоже придется под него ставить, чтобы он плавился. Вот так. Думаю, в разные стороны положу все равно. Все. Поехали. Вы видели, ребята, аж огонь из глаз. Ё-моё. Не хочет тушиться, ребят. Присыпем его. Пусть охладится парень. Вот это да. Подожгли мы его конкретно, смотрите. Мягкий весь такой. Хм, смотрите, батарейка выпала. Так. Надеюсь, батарейки же не взрываются, ребят. Или взрываются, напишите в комменты. Что будет, если ее нагреть? Вот так вот. Так, ну что, давайте выберем какую-то петарду, чтобы взорвать. Так, так, так. В принципе, можно пулеметку бахнуть. О. Так, давайте что-то помощнее возьмем. Забахаем вот эту штуку. Конфету. Может быть, получится внутрь туда засунуть. Не, давайте снизу. Вот еще батарейка. Снизу подорвем. Вот она, наша игрушка и все, что с нее осталось. Так, давайте вам поближе покажу. Так, сейчас камеру поставим. Блин, придется одной рукой держать, смотрите. Вот такой механизм там был какой-то. Моторчики. Давайте еще бахнем один раз какую-то мощную петарду, чтобы наверняка. Во. Будет вот такая No Limits. Так. Полетит в космос, походу. Вот это да. Жестко. Жесткий взрыв. Вот. Все, что осталось. Смотрите. Так, это у нас глаза, смотрите. Как они тут работали, интересно. Ага, вот так вот. Ухо. Что ж, вот такие куски остались, ребят. Если вам понравился такой ролик с игрушками, пишите слово «хочу» в комментарии. Буду обязательно брать еще какие-то классные игрушки. Будем тестить разными петардами. Получится интересно, думаю. Так что давайте набираем 2000 лайков под этим роликом. Сразу выпускаю новый видос с игрушкой какой-то интересной. Повзрываем. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего видео. Понравилось вам или нет такое. Предлагайте, какие петарды брать, какими петардами еще тестить. Если хотите, чтобы видосы были подольше, я могу брать, в принципе, маленькие петарды, но это смотря какая игрушка. Есть такие игрушки, что можно маленькие петарды внедрять, смотреть, как там что-то отрывается. В общем, классно будет. Поэтому, ребят, пишите, набираем лайки. Как только будет 2000 лайков под этим роликом, сразу выпускаю следующий видос. Так, давайте, ребят, подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходит также классное видео, как и здесь, очень интересное, насыщенное, поэтому рекомендую подписаться и заценить. Открывайте либо вкладку «Все видео», либо там различные вкладки есть, там распаковки и тому подобное, топовые видосы тоже смотрите, старался для вас, снимал. Не забывайте смотреть здесь также 4 видео, они тоже классные, может быть вы их еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч, жду вас в следующих интересных роликах.